Значит, меня тут спрашивали тогда на французском, Сережа, кстати, как на французском, я не помню, но в первых две строки. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, oiseaux de mer. Et компания de voyage. Вот, значит, а кто там, товарищи, можно этот диалог там завязать? С крыльями можно? Девушка с крыльями? Бодлер, я не себе, Бодлер. Порой на корабле тоскливо экипажу, и чтоб на миг забыть об участи своей, матросы ловят птиц, огромных птиц, вальяжных, преследующих их над безднами морей. На палубу ступив, теряют альбатросы величие свое, издевкам нет числа, и падают, скользят, смеша до слез матросов, и крылья волочат, как два больших весла. Крылатый странник, о, как царство его хрупко! Красавец, как он стал уродлив, крив, горбат, и тычет в клюв ему прокуренную трубку, смеясь над ним хромым, летавшим миг назад. Поэт, как альбатрос, судьба его капризна, не страшен ему шторм, смешна ему стрела, но вдруг освистан он, стоит на землю изгнан, шаг сделать не дают гигантских два крыла.